Девчонки, всем привет! Буквально минуточку закреплю тему, чтобы все видели, что мы сегодня будем делать. Так, секундочку. В перчатках не так просто печатать, как кажется. Так, ну все. Девчонки, всем привет! Машу, машу, машу всем, кого вижу. А, девочки, сейчас, наверное, махать всем не смогу долго. Я сегодня одна, поэтому буду больше акцентировать внимание все-таки на новинках. У нас сегодня с вами непростой прямой эфир. Все любят смотреть новенькое. И сегодня мы будем с вами выкрашивать в прямом эфире 14 новых цветов. Это 10 эмалевых оттенков, которые будут дополнением основной коллекции. И 4 крутых цвета с блестками. Хамелеона. Очень необычных, но к ним мы, наверное, к концу эфира дойдем. Я пока их убираю в стороночку. Это у меня уже выпущенная палитра. Тоже ее убираю в стороночку, чтобы вы раньше времени не видели, что нас ждет. Мы начнем с вами по порядочку. Начнем с 464 цвета. Да? И будем с вами смотреть, как наносится, сколько слоев потребуется. Консистенцию вам, естественно, девчонки, тоже покажу. Это, девочки, красный. Причем это классический красный, не яркий. Да? Именно такой сдержанный, скромный довольно-таки. Консистенция, девчонки, средняя, не густая. Так, попробую вам, кто волос мне попал, поближе показать. Вот, видно, да, девчонки? То есть выравниваться будет отлично. Собственно, мы с вами это сейчас и проверим. Сейчас возьму типсу, девочки. Самое главное, не сказала, цена гель-лаков из классической коллекции 280 рублей. Эти оттенки будут стоить также, в том числе оттенки с перламутром, хамелеоны новые, да, тоже будут стоить 280 рублей. Выкрашиваю средним слоем. Большой объем материала на кисть не набираю. Цвет довольно плотный. В принципе, отлично ложится. Без проплешинок. Да, смотрите, девочки, видите, да? То есть хороший оттенок, красивый, классический красный. Это номер 464. Это новинки. Как раз в Monami, да, не хватало красных. Они есть с 26 по 32, даже по 33, наверное. Но вот именно такого оттенка точно нет. Теперь есть. Так, я отправляю в лампу, оставляю, девочки, в один слой, тут второй, в принципе, не потребуется, но на ногтях, возможно, кто как привык, возможно, потребуется два слоя, да, то есть у нас вот здесь, смотрите, я покажу еще раз, пока не убрала в лампу, в один слой, посмотрите, как он выровнялся, то есть моментом, все, нет никаких полосок, никаких проплешин, все ровно, отправляем в лампу. Давайте следующий цвет. Здесь нет у нас какой-то привязки к конкретной цветовой гамме. Тут, девчонки, все вместе. Здесь был красный. Сейчас вы очень удивитесь, какой следующий цвет. Почитаю пока комментарии. Сегодня получила ваши лаки. Я в восторге. Жду не дождусь, когда буду с ними работать на клиентах. Коллекция люкс тоже понравилась. Коллекция люкс, девочки, отличаются. Не все с ней подружились. Она гуще. Вот. Но она очень плотная. Надеюсь, что вам понравится. Обязательно делитесь с нами отзывами в сторис и в директ. Цвет номер 460. 55. А тут, девчонки, неон, представляете? Ярко-желтый, классический неон. Не выбеленный, как Monami Lux 12, здесь именно классика. По консистенции от Lux 12 тоже отличается, показываю. Lux 12 густой, да? А здесь как раз-таки средняя консистенция, как вот вы привыкли работать, наверное, классической коллекции нашей. Вот это что-то такое же, девчонки. Цена 280 рублей. Так же, как у всей классической коллекции Monami. Покажу, как наносится неон. Самое интересное, сейчас лето скоро, осталось буквально 2 недели. Надо срочно, девочки, готовиться. Неоновые оттенки сейчас на пике моды, поэтому срочно надо брать на вооружение. Ну что, попробуем? Набрала материала на кисть немного. Видно, да, девочки? Нет никакой капли. Сразу выравниваю и поехали. Посмотрите, какой плотный. Видно? Я надеюсь, что вам видно. Он такой кислый, желтый, яркий, с зеленоватым немножко оттенком даже, наверное. Как раз то, что нужно. Вот именно классический неон в понимании как раз-таки мастеров выглядит именно так. Покажу поближе, девочки. Смотрите, огонь выровнялся. Видно, да, что нет никаких у нас как раз-таки полосочек, борозд. Он очень ровный, однородно лег. Красивый оттенок. Номер 465. Неон из классической коллекции. Новинки летние. Отправляю в лампу. И будем с вами смотреть следующий. Там тоже неон. Я уже знаю. Вам сейчас его тоже покажу.
Так, оттенок номер 466. Так что, девочки, берите на вооружение. Цвета очень плотные и актуальные, да, сейчас в этом сезоне. Показываю 66-й цвет сразу. Ой, как вот этот мне нравится, я не могу удержаться, люблю такие оттенки. Не все любят зеленые, но здесь именно такой лайм. Посмотрите, какой цвет красивый. И вроде и не такой ядерный, когда бывают неончики, какой-то приятный зеленый. Сейчас покажу, как наносится. Поспокойнее, скажем так. Так, возвращаюсь к вам обратно в кадр. Цвет номер 466. Не убрала волос типсы, но надеюсь мы... Так, фокус, да, пропал? Угу, возвращаюсь к вам. Смотрите, девочки. Это классические неоны. Два слоя однозначно будет здесь, да? Вот, показываю вам. Такой зелененький, очень свежий, яркий цвет, красивый. В сочетании, наверное, с желтым. Смотрите, ой, задела штатив, вернулась к вам обратно. Вот, смотрите, два, да? Обратите внимание, после просушки становятся матовыми. Не пугайтесь, это часто неоны так реагируют, но, смотрите, нет никаких пятен. Бывает такое, что при воздействии УФ-излучения меняется цвет неона. Здесь все отлично. Угу. Отправляю второй тоже в лампу, и мы с вами переходим к следующему оттенку. Это номер 467. Так, девочки, давайте я вот этот уберу. 467 показываю поближе. Это тоже неон, яркий и оранжевый. Мы сейчас с вами вот эти, кстати, оттенки 3 сравним с люксами. И посмотрите, есть ли разница вообще. Я вам покажу, у меня здесь есть типсы и люкс линейки в том числе. Давайте попробуем, посмотрим на него в работе, в нанесении. Такой же по консистенции, как и предыдущие цвета. Такое средний густое, не сказать, что... Средний, погуще, мне кажется, если честно, чем вот предыдущий. Но мы с вами сейчас посмотрим, как он у нас ляжет. Так, ложится хорошо. Проблем с ним никаких нет. Так, и вот здесь тоже выровняем это все дело, да? Не знаю, любят ли ваши клиенты неоны, но этим летом они их просто обязаны полюбить. Смотрите, какой красивый цвет очень. Номер 467. Яркий, сочный. Апельсиновый, оранжевый. Так, ну что, мы с вами переходим к следующему оттенку. Это тоже яркий цвет, тоже неончик. Как вы, наверное, уже можете догадаться, розовый. Номер 468. Сейчас достану, девочки, предыдущие из лампы. В общем, неоновое лето у нас однозначно в этом сезоне. Так, сейчас вам покажу следующий оттенок. 468, да? Что здесь? Здесь не розовый, обманула я вас, розовый тоже будет, здесь кораллово-красный. Прикольный такой цвет, насыщенный, яркий, очень плотный. Не совсем похож на классический неон, он все-таки, сейчас, девочки, типс возьму, все-таки будет поплотнее, чем классика, да, как мы привыкли, неоны. По ним и видно, по кисти, что здесь уже очень плотный пигмент, большое количество пигмента, гель-лаки есть. И оттенок очень яркий, на лето самое то. Так, уберу перчатку. Смотрите. Чтобы не терялся фокус, попробую вам. Ну вот. Тут, в принципе, с одного слоя, да, он ложится. Покажу поближе, девочки. Смотрите, кораллово-красный, яркий-яркий красный цвет. Выравнивается отлично, проблем с ним нет. Я неоны никогда не любила, но в этом году прям без ума от них. Все-таки, знаете, работает, да, влияние СМИ и интернета на нас. Они везде сейчас, мне кажется, уже даже тот, кто не любил, просто обязан в этом сезоне их полюбить. Вот, поэтому лето будет однозначно ярким. Много уже яркой одежды тоже, в том числе у дизайнеров, поэтому надо их с чем-то сочетать, эти цвета. Придется делать яркий маникюр. На прозрачную типсу можно? Так, девчонки, если у меня здесь есть прозрачные, можно с вами, конечно, попробовать. Вы неончики хотите на прозрачные? Сейчас посмотрю, девочки, если квадрат завалялся где-нибудь. Да, есть у меня квадратные и прозрачные типсы. Можно попробовать, если хотите, нанести на прозрачные. Мне не сложно, в принципе. Миндаль у меня только слоновой кости, поэтому Monami у нас всегда на миндале, девчонки. Но в прямом эфире мы можем поэкспериментировать. Какой цвет-то возьмем? Без разницы нам, что мы хотим нанести на прозрачную типсу. Красненький, предыдущий. Давайте попробуем. Коралловый, да? Кораллово-красный, который мы только что наносили на миндаль. Давайте нанесем на прозрачную. Также возьму, наверное, средний слой. Ой, тут она такая маленькая, с непривычки.
Миндаль-то большой, длинный. Здесь такой малыш. Вот, смотрите, прозрачный первый слой, девчонки, крашу. Большого объема материала на кисть не набирала. Средний, обычный слой. Типсы немножко неровные, но я думаю, вы на меня не обидитесь. Смотрите, это один слой. Я про то, что он даже не просвечивает, да, девочки? Номер 468 на прозрачной типсе. По просьбам трудящихся. Так, я ее сушить тогда не буду, девочки. Здравствуйте, кто к нам только присоединился. Мы выкрашиваем классическую коллекцию новинки летней от Monami. Дошли до 468 цвета. Переходим к 69-му. Так, что у нас здесь дальше? Ну, как вы могли догадаться, куда без розовых, правда? Обязательно должен быть розовый неон. Вот. Очень похож оттенок на люкс 11. У нас очень популярен этот цвет среди покупателей, но он немножечко более яркий, что ли. Допустим, люкс 11 он выбеленный все-таки немножко с белым. Я вам покажу, девочки, мы сейчас их выкрасим и сравним именно с люкс-линейкой, с люкс-палитрой, чем же они все-таки отличаются. Так, ну тут я уже беру миндаль по традиции. Цвет тоже такой же плотный, как и предыдущий оттенок. Так. Смотрите, как здорово ложится, да? И очень красивый оттенок, яркий, насыщенный. Таким тонким слоем наносила его, видно, да? Смотрите. Я вам показываю в профиль, чтобы вы видели, что он выравнивается хорошо, что с ним нет никаких проблем в работе. Это номер 469, девочки. Добрый вечер, кто к нам только присоединился. У нас тут скоро будет самое интересное, скоро мы дойдем до наших миллионов новых. Пока выкрашиваем классические цвета. Тоже отправляю в лампу. И у нас следующий на очереди оттенок номер 470. Сейчас я вытащу, девчонки, все, что у меня тут лежит. То уже нет места в лампе. Как раз таки. Смотрите, какие яркие. Прелесть же. Так. 470 оттенок у нас. Показываю. Фиолетовый. Причем он не совсем фиолетовый. Это, знаете, такой теплый фиолетовый цвет. Необычное, да, сочетание. То есть нет какой-то привязки к цветовой гамме. Тут только что были неоны, а теперь у нас уже яркие, насыщенные цвета, но темные. Парочку тут будет новинок. Это как раз то, чего нам не хватало в основной коллекции. У нас был фиолетовый, но он был очень темный. А такого оттенка у нас еще нет. Вот теперь есть. Густенький такой, видно, да, по консистенции, что не жидкий. Наносится, в принципе, отлично. Я вот переверну кисть сразу погуще, побольше слой возьму и выровняю его сразу же. Очень плотный оттенок. Также, мне кажется, мастера, которые работают и могут наносить средним слоем сразу, могут в один его положить, в принципе. Довольно плотный цвет, номер 470. Отправляю в лампу, девочки, а у нас на очереди, что у нас там с вами на очереди, оттенок номер 471. Вы сейчас удивитесь, но это еще один розовый, только более такой скоростно, более темный оттенок, чем предыдущий, да, который мы с вами выкрашивали. Я сейчас вам рядышком их покажу. Но пока давайте его нанесем с вами на кисть. Привет, девчонки, привет! Кто только присоединился, мы уже больше половины выкрасили, но далеко не уходите, сейчас будут новые цвета хамелеончики, я думаю, вам должно понравиться. Супер цвета, да, не яркие, очень интересные, насыщенные, я думаю, найдут своих почитателей среди мастеров и клиентов. Это, девчонки, номер 471 в один слой, в один средний. Консистенцию, да, вы видите, они самовыравниваются, все с ними отлично. Не такие густые, как люкс-линейка, обычная классическая коллекция. 471 оттенок, лето, настоящее лето. Отправляю, девочки, его тоже в лампу. И мы тем временем с вами переходим к оттенку номер 472. Неоны закончились. Сейчас покажу, что здесь. А здесь, девчонки, кирпично-оранжевый. Такой оттенок у нас, такого в палитре нет. Не было до этого времени. Это не ярко-оранжевый, это именно такой пастельный, спокойный цвет. У бренда Monami есть втирки. Втирки есть, да, девочки. Есть розовое золото, сиреневое золото и жемчужная втирка. Называется на Electric. Можете посмотреть у нас в ленте. Есть работы с ними, есть также мастер-класс по нанесению. Все есть.
Обожаю вашу продукцию. Спасибо большое. Мы очень рады. Вообще очень любим, когда вы делитесь с нами отзывами. Не стесняйтесь нас обязательно отмечать на фото, присылать нам сторис, да, в директ, чтобы нам приходили оповещения. Мы выкладываем всегда работы наших мастеров. Так, ну что, оттенок номер, повесь фокус, 472. Угу. Такой кирпично-оранжевый. Я бы его так назвала. Не яркий оранжевый, а спокойный более-менее цвет. Так, отправляю в лампу, а мы с вами переходим к следующему оттенку эмалевых цветов. Это номер 473, а девочки, сейчас здесь будет вообще красота. Ну, я как фанат голубых оттенков, посмотрите, какой красивый небесно-голубой. Он такой плотный, сразу видно уже на кисти, очень яркий такой чистый цвет. Угу. Сейчас с вами его нанесем, посмотрим, как ложится. Но я уже вижу, что это, наверное, даже однослойник. Скорее всего. Не хочу все эти оттенки. Вот так вот. Мы еще их даже в ленту не успели выложить, а вы уже готовы, да? Все попробовать. А сейчас я после прямого эфира, девчонки, выложу фото в ленту, чтобы вам было нагляднее. Будут оттенки с номерами после прямого эфира. Смотрите, ну это в один слой, девочки. Мне кажется, его и на руках клиента можно в один положить. Посмотрите, какой он плотный. Вообще очень красивый оттенок. Номер 473, девочки. Небесно-голубой. Красивый, плотный, отличный цвет. Отправляю в лампу. И мы с вами победили эмалевые оттенки. Переходим, девочки, к самому интересному. Номера с 474 по 477. Четыре оттенка хамелеона. Я покажу вам их на классической типсе, да? И покажу на черной подложке. Потому что именно на разных цветах они смотрятся по-разному. Нужно будет вам все-таки комбинировать, пробовать. Не все любят гель-лаки с блестками. А вот с помощью этих цветов можно круто разнообразить палитру. Потому что вы сможете их сочетать с разными оттенками. Сейчас я вам все покажу. Давайте начнем с номера 474. Давайте беру все из кадра, чтобы макро у нас не терялось. И вы видели, что я вам показываю. Смотрите, это хамелеоны, девчонки. Здесь несколько шиммеров. Вот здесь, например, голубой-розовый. Да? То есть разные переливы. Оттенок довольно плотный даже сам по себе. Можно использовать самостоятельно, но рекомендуем все-таки использовать подложку в виде каких-то цветов. Вот этот, мне кажется, будет круто смотреться и на пастельных оттенках, и на темных в том числе. В других городах уже получили эти новые гель-лаки, а вот, девочки, нет, еще не получили. Буквально вот на днях будут отправлены посылки всем представителям, и совсем скоро они будут в наличии у всех наших представителей в регионах. Ну что, попробуем просто так нанести его тоже, да, и попробуем нанести его на черную типсу. Как раз, чтобы вы видели, девочки, эффект, потому что все равно смотрится абсолютно по-разному. Еще покажу вам его в матовом варианте. Тоже интересный такой эффект получается. Смотрите, поближе вам. То есть он переливается очень интересно, разными цветами, много граней в одном флакончике. То есть здесь розово-голубой перелив. Красивый оттенок. Давайте на черном его нанесем и посмотрим, как смотрится. Ага, посмотрим, как смотрится. Это, конечно же, выражаюсь. И увидим, что у нас получится. Отправляю в лампу вот этот образец. И давайте с вами... У меня есть черная типса, миндаль. Я тогда покрывать черным не буду, чтобы время не тратить. И вот мы на нее сейчас наши хамелеоны тоже будем наносить и смотреть, как это будет выглядеть. Ну что, давайте 474 оттенок покажу вам на черном тоже. На пастели, вот еще раз повторюсь, огонь, мне кажется, будет смотреться. И на всех темных оттенках, подходящих по цветовой гамме в том числе. Посмотрите, какие они сами по себе плотные. Давайте я вам поближе, девочки. Вот так вот. На солнышке, да, будет очень круто смотреться, переливаться все это дело. На черном тоже имеет место быть. Точнее, мне даже больше нравится. Не знаю, как вам. Отправляю в лампу, девчонки. И с вами давайте перейдем к следующему хамелеончику. Это номер 475. Расскажите, какие вам больше из них понравились в итоге. Девчонки, это синий, голубой, синий, как хотите, так и называйте. Вот он такой весь мерцает, мерцает в разные стороны. Поворачиваю вам кисть, чтобы было видно переливы. Консистенция средняя, также очень плотный. Ну что, давайте просто так на типсу по традиции и на черную тоже попробуем. Так,
Знаете, для чего девочки еще не подойдут? Для росписи, может быть, если среди нас есть здесь рисующие мастера, то есть, допустим, заполнить лепесточки, да, цветов, какие-то такие вещи, то есть это будет, мне кажется, очень удобно сделать. Может быть, видели, Татьяна, да, «Всея Руси рисует», вот у нее есть курс с блестками, вот мне кажется, вот эти вот оттенки туда отлично подойдут для такого вида росписи. Так, смотрите, это у нас получается без подложки. Угу, голубенький. Такой нежный сразу, да, смотрится. На камуфляже тоже интересно, можно попробовать. Камуфляж и сверху вот этот цвет. Экспресс-маникюр, все же знают, как быстро красить блестками можно. И сейчас покажу на черном. Давайте возьмем черную типсу. На белом фоне, наверное, желтеть будут. Знаете, вот на белом я не пробовала. Давайте возьмем белый и проверим, почему нет. Сейчас, девчонки, возьму, подождите, оттенок. Где-то у меня он лежит. Если найду белый, то попробуем. Так. Черный-то я приготовила, а белый почему-то как-то пропустила. Сейчас, девочки, посмотрю, если есть. Да, вроде бы нашла. И на белом мы с вами тоже попробуем. Так. Извините, когда вы рассказывали о наличии втирок, вылетел эфир у меня. Да, у нас есть жемчужная втирка, называется она «Электрик». Можете посмотреть. Есть у нас и образцы с этой втиркой. Смотрится очень круто именно на нюдовых оттенках как раз-таки. Да, мне тоже кажется, могут желтеть, девчонки, потому что это такие оттенки. Сейчас на черном попробуем, потом на белом. Они могут желтеть, естественно, на белом фоне за счет того, что вот здесь, например, вот этот, может быть, и не будет желтеть. А вот предыдущий с розовым, скорее всего, потому что там есть такие желтенькие переливы в том числе. Давайте проверим. Так, ну что, на черном посмотрим синенький. Ой, какая красота. Конечно, сейчас лето, и, возможно, желающих сделать вот именно такой маникюр будет немного. Но я думаю, в дальнейшем все исправится, ближе к осени. Смотрите, какая красота. Да? Это на черном фоне оттенок номер 475. И давайте покроем одну типсу беленьким, раз у нас спросили тут наши подписчики, посмотреть, как на белом этот цвет будет выглядеть. Так, цена, девчонки, 280, как у классической коллекции. Все они стоят 280. Так, фокус у меня пропал, возвращаюсь к вам в кадр. Также и хамелеончики, они тоже по 280 рублей. Вот, то есть это люкс-линейка стоит 320. Эти стоят так же, как классика. Беленьким покрыла в тонкий, девчонки, отправлю в лампу. И сейчас какой-нибудь из хамелеонов мы нанесем на белый тоже. Угу. Я пока следующий вам покажу. Цвет номер 476. Угу. Смотрите, вот я не знаю, очень люблю фиолетовые оттенки. Мне очень нравится этот цвет. Так, ловись макро. Вот. А здесь с фиолетовым отливом. Цена 280 рублей. Девочки, объем 12 мл у всех гель-лаков. У бас и топов 15, а у гель-лаков 12 мл. Угу. Так, это номер 476. Давайте тоже, пока у нас беленький сохнет, нанесем цвет на обычную нейтральную типсу и на черную также, да, попробуем. Так, ловись фокус. Такой интересный, он какой-то с васильковой подложкой и получается сам по себе оттенок фиолетовый, сиреневый какой-то отлив, сиренево-розовый. Сейчас покажу вам поближе. Чем люкс отличается от классической линейки? Девчонки, цвета люкс отличаются консистенцией, имею в виду именно яркие оттенки. Они более густые и более плотные. Также цвета люкс линейки имеют свои аналоги в дорогой марке Люксио. То есть, точнее, там, ну да, то есть можно подобрать подходящий цвет, поэтому они так названы. Так, нежный, да, оттенок пишет тоже, нежнятина. Да. Плотнее именно как раз-таки люкс, девочки, имейте в виду яркие цвета. Еще же у них есть камуфляжики, да, люкс первый, люкс пятый. Эти цвета камуфлирующие оттенки. Они не такие плотные, но тоже очень интересные. Я сушу, а у нас готов белый. Ну что, девочки, попробуем. Что взять? Давайте первый цвет и возьмем, да, 474-й. И попробуем его на белый нанести. Желтеть, знаете, какие не будут? Не будет желтеть точно 475-й, он голубой. И, возможно, вот этот не будет желтеть на белом. Сейчас мы с вами пополам сделаем, смотрите. Поделим пополам типс. Нанесем половинку этого оттенка, половинку того.
Слушайте, ну вы зря, я бы не сказала, что желтит. Смотрите, как прикольно. Ну-ка, давайте полностью. И на белом в том числе. Интересно очень смотрится. Опять же, к сожалению, искусственный цвет, девчонки, не передает все, что хотелось бы, но при дневном свете мы тоже сфотографируем. Люкс 5 в два слоя отлично. Да, в два слоя плотный цвет, девочки. Люкс в один слой или в два? Камуфлирующий в два, девочки, лучше в два. В один будет совсем нюдовый оттенок. Камуфляжей новых не будет, пока не будет. Вышли три новые камуфлирующие базы. Камуфляжи, возможно, к осени. Смотрите, ну я бы не сказала, что желтит. Белый цвет перекрывает, но не желтит. Смотрите, оттенок чистый, холодный. Кстати, вот мы-то думали с вами, что будет по-другому это все выглядеть. Давайте еще сюда же нанесем, попробуем. Все-таки фиолетовый хочется тоже посмотреть. Люкс 8 в 1 наношу идеально. Люкс 8, да. Вот эти вот получается люкс 8, люкс 9 по 11, да. Они все однослойники. Можно приноровиться и в один слой нанести эти цвета. 476 тоже, девочки, попробую на белый. Люкс 5 не желтит после просушки? Нет, девочки, не желтит. Цвет остается сразу. Ой, обезжириватель плохо вытерла, поэтому ложится, смотрите, полосами. Вытирала. Ну, примерно вам эффект показать, что ничего не желтит, что оттенок смотрится очень красиво. Так, сейчас, девочки. Сама себе создала проблему, лень было красить новый типсом. Решила нанести туда же. Смотрите, на белом тоже круто вообще. То есть он прям нежный-нежный получается. В общем, получается, что с этими хамелеонами вариантов великое множество. Вы можете наносить на черный цвет. Вот, кстати, фиолетовый на черном, смотрите. На черном, на белом, да, разные. Либо наносить, ой-ой-ой, либо наносить на прозрачную подложку, да, какую-нибудь камуфлирующую базу. Смотрите, вот это один и тот же цвет, как по-разному выглядит. В люкс-линейке еще будут яркие цвета. А насчет летней коллекции пока не могу вам сказать точно, скорее всего, вряд ли. А в дальнейшем, конечно, мы будем расширять палитру и будем добавлять туда цвета. Смотрите, какая красота. Сейчас вам еще покажу последний цвет, номер 477. Да, классный фиолетовый, мне тоже очень нравится. Еще, мне кажется, девочки, ими можно легко сделать градиент. Например, из фиолетового переход в голубой будет круто выглядеть. Вот. Так, ну что, давайте последний оттенок. Ваши неоны салатовый желтый дефицит. Девчонки, поступят в начале июня неоны. Надеемся, что всем хватит. Да, разобрали очень быстро, мы не ожидали. Так, смотрите, что здесь? Здесь очень яркий розовый. Эти цвета были полупрозрачные, а здесь как раз-таки наоборот, девочки, 477. Люкс 12 тоже найти не могу. Ну, я знаю, что сейчас он есть у наших челябинских представителей, но вообще, честно говоря, моментом его разбирают, как только он появляется. Так, поехали красить. Девочки, посмотрите, новый цвет, он тоже очень красивый. Я сейчас вам сравнение покажу цветов люкс 12 и нового оттенка, как отличаются цвета. Топ Шайн уже в дефиците. Вроде только вышел. Ладно, видимо, и такое бывает. Вы имеете в виду просто топ супершайн или топ супершайн новинку с блестками, который вышел? Так, смотрите, в один слой. Что здесь? Здесь яркий оттенок. Возможно, вам на горлышке, девчонки, видно, да, что он такой, как будто витраж с мелким шиммером. Также я предлагаю вам его наносить на неоновые оттенки, неоновый розовый, неоновый оранжевый, допустим. Да, здесь, я думаю, на черный будет не тот эффект. Вот, на черный круто прозрачный наносить. Просто топ-шайн. Слушайте, девочки, ну вообще-то его должно быть много в наличии. Очень интересно, почему вам не хватило топа шайн. Напишите, в каком городе вы находитесь. Нам очень интересно, где у нас у представителей нет топа шайн. Так, ну что, блестки у нас высохли. Так, ловись, макро. Предлагаю вам покрыть матовым топом одной из типс и посмотреть, какой будет эффект с матовым, девочки. У меня здесь есть, что у меня есть? У меня есть вельвет. У меня есть вельвет, вот им давайте покроем. Это топ с липким слоем, они отличаются, у нас два топа. Один имеет эффект просто, да, сатина, а другой именно бархат. Вот мы сейчас, собственно, бархатом и покроем ногти. Так, ну что, знаете, да, топ густой, имеет непрозрачную консистенцию, вязкий. Но как бы выровнять его несложно, имеет липкий слой, девочки. Это топ вельвет. Вот, мы посмотрим, как новые блестки смотрятся под матовым топом. Сейчас, девчонки, покрашу типсу и прочитаю комментарии, отвечу на все ваши вопросы. Все, я покрыла, отправляю в лампу.
Очень интересно, как ложатся новые топы с блестками, особенно шестигранниками. Они не топорщатся, не мешают при нанесении, синеет ли на черном, желтит на белом. Сегодня только получила, вам косметики заказывала. Новые топы с шестигранниками ложатся, девочки, хорошо. У меня здесь должен быть... Подождите, я покажу вам даже. Подождите секундочку, посмотрю. Так. Ах, Milky Way нашла. Где-то он у меня быть должен. Нашла. Покажу вам, как он ложится. Матовый топ имеет липкость. Этот имеет. Еще есть второй топ, обычный, классический. Он без липкости. Девушка спрашивает у нас про новые топы. Покажу, что имеется в виду. Топ с шестигранниками называется Super Shine Crush. Покажу, как ложится. Сейчас какую-нибудь неоновую типсу с вами возьму. Я покажу. Так, девочки, снимаем липкий слой. Найду салфетку. Ой, извините. Привет, девчонки, кто только присоединился. Мы тут уже все самое интересное с вами сделали. Сейчас высохнет, буквально секундочку. Смотрите, под матовым топом вообще красота. Для любителей матовых оттенков очень круто. Да, в сравнении, девочки, сейчас все покажу, все будет. Матовый тоже смотрится очень красиво. Мне кажется, если фиолетовый на черном, да, покрыть матовым топом, тоже будет здорово. Давайте я вам именно неоны, да, вы спрашиваете. Вот мы сейчас с вами неоны и посмотрим поближе. А потом топ с блестками нанесем на какой-нибудь яркий цвет. Так, у меня здесь как раз есть неоновая коллекция люксов. Я вам покажу, чем отличается желтый от нового желтого. Смотрите. Показываю. Вот этот вот имеет белый пигмент в составе, он выбеленный. А вот этот вот цвет, это классический неон. Вот именно вот классика. Вот в его понимании, да, как они неоны выглядят, это полупрозрачные немножечко, да, такие оттенки. Вот, то есть по факту вот этот вот выбеленный цвет здесь классика. Оба отличные вообще, девочки, с ним нет проблем. Сколько вы рекомендуете просушивать матовый топ? 60 секунд однозначно, в лампе 48 ватт. Угу. Так, сейчас покажу дальше, девочки. Зеленому нет аналогов. Зеленый, который новый, он вообще несравним совершенно с люксом 13. То есть это два разных оттенка. Такого у нас пока нет в палитре. Это новенький цвет. И оранжевый похож на люкс 16. Я сейчас покажу. Девчонки, все покажу вам. Все посмотрим. Смотрите, вот это люкс 16. Вот это вот новый оранжевый. Ну, вот этот вот, он больше уходит в насыщенный, да, оттенок. Этот поспокойнее немножко, но также яркий, также неоновый. 280 рублей, 320 рублей. Консистенция разная. Желтый неон новый вы имеете в виду? Сейчас я вам его покажу. Это номер 465. Так, где? Я уже, девочки, себе весь стол заставила всем, чем можно. 465 оттенок. Это новый желтый неон из классики. И сейчас я вам еще, девочки, сравню розовые люкс 11 и новый розовый, который из классики. Смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такой оттенок новенький и вот такой оттенок новенький. Они отличаются буквально на полтона, да? И смотрите, есть у нас люкс 14, он на них вообще не похож, они разные. Смотрите, видите, этот выбеленный неон, такой ярко-розовый, совсем другой оттенок, отличается. И сейчас я вам еще покажу люкс 11. Вот он на них, наверное, немного будет похож. Так, девочки, ищу, возвращаюсь к вам в камеру, смотрите. Похож, да? Даже не знаю, на какой оттенок больше. Плюс, опять же, искусственный свет у меня все-таки, девочки, в любом случае. Я даже не знаю, сделать вам поярче, наверное, будет краснеть сильно, но... Вот так вот. То есть вот этот вот оттенок розовый, этот больше уходит куда-то, наверное, в фиолетовый. Ну вот они вот очень между собой тоже похожи. Буквально на тон ярче. А этот все-таки с белым, с белесым пигментом. Угу. Так, ну так, этого я вам показала. Что еще просили? Еще просили топ с блесками показать и про базы. Сейчас, девочки, все расскажем. Давайте по порядку, а то у нас тут человек ждет. Давайте на розовый нанесу, если будете не против. Покажу, как наносится краш, когда новые неоны поступят в продажу. Уже есть. У наших представителей появится буквально вот на этой неделе будут отправки, девочки. Хотите рвать?
У нас прям проблема с неоновыми оттенками. Надеемся, что всем достанется. В июне ждем поступления неонов и люкс-линейки в том числе, девочки. Не переживайте, всем хватит. Показываю, как ложится топ. Сейчас все нанесем с вами. Имеет консистенцию среднюю. По поводу шестигранников, как же вам показать-то? Смотрите, девочки, они не выпирают, нет никакого объема, топ их полностью скрадывает. С ним нет проблем вообще. То есть вот переживает, что шестигранники будут как-то выпирать. Смотрите, видно, что граней нет? Вот я вам в профиль покажу. Все отлично, все хорошо. Он очень круто выравнивается, ничего у вас торчать не будет. Классический топ, приятный, с блестками, на градиентах здорово смотрится. Не могу подружиться с лаком из нюдовой коллекции, бирюзовым, вязкий, очень ощущение, что сохнет на воздухе. Напишите нам, пожалуйста, номер. Также можете написать в директ. Я думаю, так будет продуктивнее, проще. Мы посмотрим, что за оттенок. Мы всегда слушаем какие-то проблемы, жалобы, если они есть, девочки. Очень круто выглядит топ. Да, очень круто. Он интересный, такой красивый. Сейчас покажу вам его на градиентах поближе, да, вживую. Фото есть, конечно, в ленте. Но сейчас, девочки, подождите секундочку. Так. Нашла. У меня столько здесь типс, что я буквально не могу из всего этого добра выбрать то, что нужно. И про базы сейчас тоже расскажу. Это топы, девочки, на разных цветах. Смотрите, это топ Milky Way, это нюдовый спокойный топ. Он с мелким жемчужным шиммером. Это топ Galaxy. Здесь блестки, как сказать, не такие, да, крупные, как в топе Crush. И он очень здорово переливается. К сожалению, здесь не видно всех переливов. Тоже разноцветный шиммер на градиентах. Наверное, самое крутое, как это все выглядит. И вот так на черном, смотрите, как звездочки маленькие. Показываю. Это топ краш, который вот мы только что с вами наносили на яркий цвет. Он тоже очень круто смотрится на пастельных цветах, на неонах. Где-то у меня здесь было, это новые наклеечки. Вот, смотрите, какая красота. И на черном. И даже матовый есть. Вот можете посмотреть, как смотрится он матовый. Красиво. И то, и другое. 457 или 357? 457 это пастель, 357 темный оттенок. Вы посмотрите внимательно, пожалуйста, и нам в директ пришлите. Мы посмотрим, что у вас за цвет, и что у вас там за проблемы. Хорошо? Так. Какой из топов нравится больше? Они все очень красивые, девчонки, вообще все. Каждый под свою, наверное, ситуацию. По поводу баз тоже вам расскажу, покажу, кто спрашивал быстренько, пока у нас с вами еще время есть. База новая у нас есть, она называется скотч и три камуфлирующих оттенка. Сейчас, девчонки, я их тоже приготовлю, потому что я их заранее не доставала, не думала, что пригодятся. Я вам консистенцию покажу поближе. Так. Кто любит смотреть все онлайн, возвращаясь к вам обратно. Так, как же я хочу ваши новинки. Ну все, начинается. Невозможно выбрать. Действительно, невозможно. Пастель 457. Вообще это голубенький. И он вроде как неплохо ложится. Очень странно, что у вас с ним проблемы. Во-первых, если солнечные лучи попадают, то лучше как-то вам рабочее место оградить. Потому что, например, девочки, имейте в виду новые топы, которые я вам показала с блестками, моментом сохнут на солнце, например. Так же, как и некоторые цвета. Вот, то есть вообще как бы с ним не должно быть проблем, девочки. 457. Мой цвет очень странно. Напишите нам все равно в директ обязательно. Мы посмотрим, что у вас не так. Покажу вам базы. Новая база, скотч. Чем отличается от рубер, тоже здесь расскажу, потому что часто задают вопрос, чем отличается скотч от классической базы рубер. Рубер, девчонки, это бескислотная база. База для аллергиков. Она сама по себе держится немного хуже, чем кислотные базы. И, соответственно, как бы нужна хорошая подготовка ногтевой пластины. Она мягкая. Соответственно, на ногти, которые проблемные, да, подвижные можно использовать. А здесь рубер-база скотч, она кислотная, она держится отлично на всех ногтях, вообще абсолютно. То есть, опять же, она жестковатая, девчонки. Если ногти совсем подвижные, то рекомендуем использовать подложку из каучуковой базы. Как бы вам, чтобы фокус поймала, показать консистенцию. Круто ей работать будет и новичкам в том числе, потому что она не жидкая. Вот, и отлично получается выравнивается. У вас будет время подумать, скажем так. Вот, это база скотч. Имеет приятный запах, неожиданно барбариски. И печет.
Девочки, она печет. Ну, скажем так, все кислотные базы пекут, поэтому здесь спасайте своих клиентов, доставайте ручку, как только человек почувствует жжение, обязательно, чтобы избежать каких-то последствий. Это очень важно, особенно сейчас у всех мощные лампы. Это скотч, девчонки, я вам показала. Солнце не попадает. Очень странно. Я ей говорю, напишите нам в директ, пришлите фотографии, мы посмотрим, что у вас с ним не так. Камуфлирующие базы, 3 штуки. Девчонки, роз, беж и милк. Нейтральная база, мой любимчик, очень мне нравится оттенок базы роз. Она по консистенции тоже средняя, не жидкая. Выравнивается очень здорово. Скотч не печет. Вам скотч не печет? Но это здорово, вам повезло. На самом деле, как бы печет, девчонки, все-таки печет. Не сказала бы, что адский, но это есть ощущение. Милк тоже вам покажу. Классическая молочная база после просушки не желтит, гуще, чем все камуфлирующие. Имейте в виду, девчонки, с ней немного другая методика работы. Видно, да? Смотрите, какая она. Вот показываю вам. Тягучая такая, гуще, чем две другие камуфлирующие базы. Но оттенок очень красивый. Совсем скоро выложим с ней работы. С нами уже делятся наши подписчики. И последняя база – это беж. Оттенок похож как раз-таки на коде 69. Сейчас он коде 20, по-моему, называется. Популярный камуфляж от торговой марки Коди. Классический бежевый оттенок. Консистенция средняя, так же, как у базы Мил. Круто выравнивается. Как вам база? Перекрывает свободный край? Да, девочки, перекрывают. Буквально недавно выкладывали работы с ними, мастеров чисто камуфлирующей базы. И буквально сегодня у нас что? Сегодня понедельник. Во вторник я выложу пост как раз-таки с базами на натуральных ногтях. И вы посмотрите, как это все выглядит. Базы размачиваются? Да, базы размачиваются, конечно. Но обязательно забавить свободный край, убрать, да, сверху немножечко толщину и уже дальше завернуть. И снимается, обратите внимание, и рубер базы, и базы скотч снимается классическим методом, в отличие от каучуковой базы. Она снимается стружкой, девочки. Кто уже пробовал, я думаю, есть те, кто это знает, да, сталкивались. У нее другая консистенция, они снимаются стружкой. Так, ну что, я, наверное, все вам показала, что можно. Показала вам все новинки, показала вам наши хамелеончики. Удобно из такой баночки работать. А, да, банка абсолютно удобная. Это классический объем 15 миллилитров. Очень удобная у них кисть идет в баночках. Длинная, ровная, смотрите. То есть проблем никаких нет. Очень удобно. Вот вам тоже подписчики наши пишут, наши покупатели, кто работал, кто сталкивался. И цвета вам, девочки, тоже покажу, чтобы вы видели, кто, может быть, пропустил уже у нас начало. Что у нас вообще было? Сейчас я вам их все сложу. И, девочки, сейчас будет пост. Буквально минуток через 15 после прямого эфира я выложу, и вы сможете посмотреть все новые цвета поближе, в том числе и новые неончики. Здесь много, видите, у нас красных оттенков, голубенький очень красивый, фиолетовый. У меня они тут все в разброс. Так, эфир, девочки, попробуем сохранить. Единственное, тут у Инстаграма какие-то проблемы в последнее время. Вот у нас только что вылетел эфир с другого магазина, с аккаунта. Надеюсь, что все будет в порядке. Вот такие вот у нас новинки. Где можно посмотреть палитру и сделать заказ? Палитру, девчонки, можно посмотреть пока в Highlights. Также у нас есть группа ВКонтакте. В июле заработает наш сайт. И все будет структурировано в одном месте. Вот, так что можете также нам писать. Мы можем вам какие-то видеовыкладки скинуть, если какие-то определенные цвета интересуют. Огромное спасибо. Как теперь спать спокойно? Ждать, когда появятся новинки, и спать спокойно у представителей. Ну все, девочки, всем хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. Обязательно выйдем в эфир на следующей неделе. Всем спасибо. Пока-пока.